Пахачи вновь стали участником федеральной программы «Культурная среда». В 23-м году в детскую школу искусств закупят новые музыкальные инструменты. Имеющиеся сегодня в наличии были приобретены более 20 лет назад. Благодаря участию в нацпроекте в школе появилась возможность обновить парк музыкальных инструментов на отделение духовых и ударных инструментов. В частности, приобрести флейты, саксофоны, электронную ударную установку профессионального класса, ну и так далее. Это вот что касаемо отделения ударных инструментов и духовых инструментов. Также планируется приобрести 5 скрипок в связи с тем, что скрипки тоже пришли в негодность, а вот 2 гитары, ну и сопутствующее оборудование, такое как комбо-усилители для бас-гитары, комбо-усилители для клавишных инструментов и радиомикрофоны. Также будут приобретены принадлежности для художественного отделения, расходники для ударных и духовых инструментов, нотная и методическая литература. Уже в следующем учебном году учреждение сможет предложить буквально новые условия обучения.